И сегодня уникальный день, когда красноярцы в течение дня не стояли в глухих пробках. Пожалуй, впервые за последние несколько недель вполне свободно можно было проехать по центру даже в утренний час пик. Проспект Мира, улицы Сурикова, Винбаума и Карла Маркса были полупустыми. Специалисты объяснили, произошло это не просто так. Во-первых, накануне открыли движение на перекрытом участке улицы Ленина. Это значительно разгрузило Мира и прилегающие к проспекту улицы, а вместе с этим и перекрестки. Во-вторых, центральные улицы начали освобождать от техники. Здесь было перекрыто движение и была строительная техника. Вот здесь она парковалась. То есть, соответственно, отсюда поворачивают весь поток сюда, здесь перекрыто. И весь поток, он здесь он стоял. Вот из-за того, что здесь парковалась строительная техника. То есть, весь поток шел в одну полосу. Ту задачу, которую перед нами ставили, выйти из центра города, там ориентировочно 25-е число, мы туда выйдем.